Пик осадков в краевой столице пришелся на первую половину дня. Дождь начался ночью и шел до обеда. Этого хватило, чтобы пострадали традиционные места потопления. В районе площади Луговой вода не сходит уже четвертый день. Вчера коммунальные службы практически полностью откачали воду, но дождь внес свои коррективы. С утра вновь разлилось море на Луговой. Это мешает как водителям, так и пешеходам. Ну, видно, что учиться автобусом достаточно трудно. Во-первых, подъезжать. Во-вторых, пассажирам трудно садиться, ноги промокают. Да, мешает. Не могу долго стоять на свое время. А пробка большая? Да, вот здесь пробка большая. Я уже 8 минут стою. Ну, как паркуется сюда автобус, так и будет. Вот сейчас посмотрим, как 31-й подойдет. А вообще из-за лужи проблем нету с транспортом? Да почему нету? Есть, конечно. Вон пробка какая. Специалисты муниципального предприятия содержания городских дорог совместно с сотрудниками МЧС уже не первый день пытаются устранить подтопление. Причиной застоя воды послужило засорение ливневых канализаций и речки Буйновки, которая течет под землей. Ликвидировать мокрую опухоль на Луговой планируют в кратчайшие сроки. Весь прошедший период муниципальное учреждение содержания городских территорий всегда в круглосуточном режиме находилась на объекте, также продолжала работать по очистке и устранению засоров линии канализации, чтобы уменьшить скопление воды и обеспечить проезжаемость данного участка. Подстегивает муниципальные службы не только недовольство горожан, но и погода. Уже на выходных в краевую столицу нагрянет крепкий минус. Ночью температура опустится до 8 градусов по Цельсию ниже нуля. Если лужу вовремя не убрать, то аварий не миновать. Николай Кугук, Андрей Овчинников, Панорама.